Абдуллах ибн Буср аль-Мазани передает от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Нет, говорит, ни одного человека из моего уммата, кроме как я его узнаю в судный день». Я его, говорит, узнаю. Сподвижники сказали: «Я Расул Аллах, как ты узнаешь нас? Столько много людей, как ты можешь нас узнать?» Пророк говорит: «Если вы зайдете, говорит, в такое место, где большая куча собранных лошадей, черные, все черные, и там есть лошади, белые пятна на лбу и белые ножки у них, как носочки называют. Такие лошади, когда вы можете разделить эту лошадь от черных лошадей, так же, говорит, в судный день придут мой уммат, гуррун мина суджуд. У них белые пятна на лбу от сужда, от земного поклона, то, что мы делаем, мухаджалун мина лвуду. И белые руки и ножки белые будут у них от омовения». Так различает нас наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Вот те, которые жизни не молились, жизни, которые омовение не сделали, вас пророк не узнает, потому что вы не являетесь мусульманами. Хотя вы говорите: «Я мусульманин», мусульманин должен молиться и делать омовение. Аллаху алям.